Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФМ, Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Что ж, начался новый рабочий год, 2013. Пусть это никого не смущает, наверное. И мы вновь в это озвученное ранее в эфире время говорим о вещах, которые нас ежедневно интересуют. Итак, сегодня тема нашего эфира, что притягивает внимание инвесторов в начале года, Ну, собственно, что произошло за неделю активных торгов, ну, если не на российских площадках, то на мировых, то точно. Вот сегодня как раз Гильды об этом и расскажет. Со второго числа он бедный на ногах, на рабочих ногах уже, да, как все отдыхали, а он уже работал. Значит, я представлю, сегодняшними гостями в студии будут Гильды Союнов, аналитик про бизнес-банка. Добрый вечер, Гильды. Добрый вечер. И Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Вот Богдан, кстати, да, работает в этом году чуть меньше, чем второй день. Ну, я бы не сказал, что меньше, потому что всегда все равно параллельно. Но с выходными приходилось смотреть, что там происходит на американских площадках. Ну, то есть совсем отвлечься да, да, от этого невозможно. И, я, с тобой, я с тобой соглашусь. И, и комментарии давал на да, выходных. Да, да. Поэтому совсем, пол, совсем полноценного отдыха не ну, бывает. Не да. Да. Полноценной жизни, я бы даже сказал, совсем не бывает. Потому что все время надо смотреть да, на то, что делается на финансовых площадках. Уважаемые слушатели, значит, традиционно присоединяясь к нашему разговору, Задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями, мыслями и мнениями. Для этого есть телефон в студии 6510996 и, и есть сайт компании finam.fm. Значит, и также традиционно я э, нарисую картину маслом 18.06 в Москве. Что происходит на э, мировых э, финансовых площадках? Э, ну, давайте я начну с отечественных. Значит, они сегодня достаточно вяло торгуются, хотя и РТС, хотя нет уже РТС уже, да, уже под под воду спустился, показывает отрицательную динамику, текущий котировок 1569, ММВБ пока еще выше ватерлинии, но тоже уже так практически в нулях 1515. И как абсолютно справедливо за эфиром озвучил Гильды, что в принципе рост этот, да, после с гэпом, я бы сказал, да, после того, как мы открылись, этот рост пока еще не превратился в коррекцию, а американцы, тем не менее, уже откорректировались, успели. Значит, что же происходит на американских площадках? Кстати, активно они откроются через полчаса, но по итогам вчерашнего закрытия доу просел на 0,4%, и SP 500 и также показал вчера отрицательную динамику. Ну, это вот та самая. Коррекция 1457. Его текущий котировок Фьючер, кстати, растет. Сейчас на 18.02 1455. Значит, что происходит на сырьевых рынках? И Форекс. Нефть марки Бренд 110 долларов за бочку. Light sweet, 93, золото 1663. Тоже достаточно волатильно. Оно себя ведет. и Основные индикаторы рынка Форекс евро-доллар выше 30-й фигуры 1, 30, 50. И, 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 ну, и доллар-иена, давайте, да, тоже так немножко начинает корректироваться, хотя 87 йен еще сейчас стоит 1 доллар. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Набор голубых фишек, основной набор голубых фишек сегодня торгуется разнонаправленно. В частности, э, лидер падений, если можно так назвать, это АвтоВАЗ, минус полтора процента почти а НЛМК обычка минус 1,2%. И Уралкали минус 1% теряет. А, да, ГМК Нурникель 2% с лишним процента сегодня растет. Ну, а все остальное так себе. Так себе вяло. Ну что, ж, друзья, давайте начнем. Вот он. Сегодня 9 января уже, да, вот он Новый год. Вот она, новая жизнь. Насколько она новая, кстати, Богдан? Или да. она хорошо забытая старая? Да нет, все по-старому, по собственно говоря, если вы, вы говорить уже о российских рынках, а, полноценно, что называется, угу. Фактически мы продолжаем тенденции прошлого года, а, вот тот рост, который мы показали где-то с конца ноября, угу. а, с, некоторой коррек... с некоторой консолидацией перед а, самым закрытием года, а, вот, мы фактически эту тенденцию продолжаем, так же, как мы продолжаем и другую тенденцию. А, российский рынок слаб слаб по отношению к своим западным коллегам. Прошлый год это показал очень активно. Никак по сравнению с тем, как выросли, собственно говоря, там, например, например, Германия, например, США, да, mm -hmm. нам, что называется, мечтать о таких высотах в прошлом году не приходилось. Мы в течение всего года смотрелись хуже. Единственное, что, как бы, с чем мы более-менее по закрытию года коррелируем, да, это с ценами на нефть, потому что там также изменения были достаточно, достаточно слабые. В принципе, они, если смотреть по фьючерсу на них марки бренда, примерно где-то соотносятся с тем, как мы отторговали по, про прошлый год. Uh -huh. Собственно говоря, в этом году ситуация практически такая же. Если вспомнить, как бы, золотое время нашего рынка, да, то на... Это какое? Ну, это, там, до, до, кризиса, там, район 97-2007-2008 mm -hmm. до, до годов, начало 2008 да, ну, скажем так, 2006-2007 даже, mm -hmm. так, когда там на э, росте там, американцев в 2%, мы могли там показать все 5%, mm -hmm. вот, то сейчас такого, такого, конечно, не происходит. мы, опять же, вот американцы выросли где-то, гильды не даст где-то на 4,4, по-моему, да, за вот, начиная, там, если считать с нашей последней с сессии 28 числа mm -hmm. и, заканчивая, <свят> и заканчивая, собственно говоря, нашим, нашим вчерашним выходом. 4, mm -hmm. где-то примерно 4,4%. Мы вчера, МВБ вчера еле-еле дотянул к району, трех, и то, и то под конец торгов так откатился. Мне кажется, это заслуга Сбербанка. <свят> <свят> то, то, что он вырос, да? <свят> он Нет, практически поджигал. там в начале торгов на 6%. Ну да. В принципе, вот и все. Вот. Мы, не, мы даже даже не дотягиваем до динамики западных площадок просто не дотягиваем не дотягиваем уже говорю, прошлый год очень очень ярко выявил эту тенденцию на мой взгляд она опять же здесь здесь на программе когда я был в гостях неоднократно об этом mm -hmm. говорил на мой взгляд это происходит из за того что наш рынок на текущий момент не интересен западным инвесторам и крупным деньгам интересен по двум причинам низкая ликвидность и, соответственно, возможность ухудшения ситуации в мировой экономике, когда рынки посыпятся. Mm -hmm. Вот два этих фактора, и каждый по отдельности, может быть, и не сказался бы так сильно на нашем рынке, а вот все о, два вместе, они, конечно, приводят к тому, что западные деньги не хотят крупные идти. Я вот сейчас смотрю на график, на дневной график индекса РТС, и действительно, и вчерашние, и сегодняшние свечечки, они такими, такими жалкими выглядят. Вы вспомните, там то, то же самое 31 число, когда день, день голосования, какая там на S&P, какая там свеча вверх, да. по-моему, с 1490 до... Там... Да, там, до 1460, что ли... 50. Не, ну 460, 460 это, 430, это уже было 2000, по-моему. Я смотрю, да. Это ну, ну там, уже, там два дня, вот фактически, они... Два-три два, дня, они это 31, 2 и 3, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, соответственно, вот они вот за, за три дня прошли весь вот этот путь. А мы... Не хорошо. дотягиваем, да. Хорошо. Ильде, смотри, ты, поскольку начал работать со второго числа, и, соответственно, вот этот весь глобальный переход из одного состояния рынка в другой, ну, я имею в виду, конечно, я утрирую несколько, да, ну, э, я имею в виду э, пресловутый фискальный обрыв, точнее, голосование, перенос этого, решения этого, ну, вот как ощутил ты себя, и как ощутили рынки себя, да, уже в 2013 году, второго числа? Ну, рынки себя ощутили достаточно хорошо было первые несколько торговых сессий эйфория, но потом она была заторможена и остановилась вовсе после ряда заявлений, таких как, к примеру, Мудис сказал о том, что временное решение проблем по fiscal клифф не снижает возможности понижения рейтинга США. Uh, и здесь, если рейтинговые агентства на это пойдут, мы можем увидеть реакцию рынка uh, схожую, как это было в августе 2011 года. Uh -huh. uh, напомню, тогда S&P понизил рейтинг на одну ступень и мы увидели достаточно сильный обвал, как мне помнится, это было 5 августа. Uh -huh. Uh -huh. В целом, также были не очень хорошие данные по статистике в Германии, в ключевой экономике Евросоюза. И мы видели, что падают промышленные заказы, снижается промпроизводство. Ну, на мой взгляд, это такой волновой процесс. Вначале мы видели снижение экономик периферийных стран, которые были в принципе, основными рынками сбыта экономики Германии. В дальнейшем, после снижения потребительского спроса, это будет уже оказывать влияние на Германию. И мы видим уже такие первые негативные тенденции. Скорее всего, конечно, после 29% роста индекса DAX в минувшем году, мне кажется, германский индекс как минимум в первой половине 2013 года будет себя, выглядеть, будет себя чувствовать гораздо хуже. Ну, из хороших тенденций, мне кажется, особенно для российского рынка, здесь можно заметить э, все-таки некоторую стабилизацию рынка на рынка металлов. Если посмотреть на цены на руду, она достаточно сильно выросла. И здесь, скорее всего, наши металлурги, которые не очень, конечно, большое участие принимают в китайском рынке металлургическом, в отличие там от того же самого риутинта. Mm. И других глобальных игроков Здесь мы будем видеть Некоторые хорошие тенденции ну, То есть тех... они в тренде все равно окажутся Да, Да, Потому мне что... кажется, они в тренде 7... окажутся И стоит отметить то, что Этот сектор, прошлый год он был Наихудший э, Из российского рынка И мне кажется, он В первой половине 2013 года Все-таки будет себя чувствовать лучше mm. Ну Хорошо. вот, такие некоторые Сейчас изменения. мы послушаем новости на FM, а потом продолжим Итак, друзья мои, продолжаем эфир на Финам FM Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем, обсуждаем начало нашего с вами рабочего трейдерского торгового года. За плечами уже неделя на мировых финансовых рынках и два дня на отечественных площадках. Вот, собственно, что мы видим и что будем ждать. В ближайшее время об этом мы сегодня говорим с моими э, гостями в студии Гильды Союнов, аналитик про бизнес-банка и Богдан Зварич, а, начальник аналитического отдела NetTrader. Начальник, что-то не выговорил, я представляешь? Смотрю на тебя, и все, не могу понять, что ты начальник. Итак, друзья мои, давайте. Значит, э, если, собственно, повторить, да, или там медленно произнести эту тему, что притягивает внимание инвесторов в начале года? Ну и вообще. Основные события, да, или основные драйверы для э, движения на мировых площадках. Ну, давайте там возьмем первый и второй квартал э, 2013 -го года. Что бы вы назвали, Богдан? На мой взгляд, вообще в, на протяжении всего года основными, основные вопросы, которые не были так решены в 2012 году, вот, абсолютно, та, абсолютно та же песня будет проходить у нас в, в 2013 году. Mm -hmm. Та же самая Европа, та же те же проблемы в США, фактически, mm -hmm. да, несмотря на вот это вот временное решение, фактически временное решение по фискал кризису. Здесь и потолок госдолга вспомнят, и учитывая то, что. Хотя его скоро уже вспомнят, mm -hmm. да? Там... Да, через полтора через месяца через полтора осталось чуть-чуть. Вот. Поэтому, как бы, вопросы, 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 вопросы все те же самые. То есть ничего, ничего нового, да, для, для как для мировых рынков, uh -huh. так и для нашего я не вижу, возможно, несмотря на все те действия, которые предпринимает китайское правительство, и все их попытки как-то стимулировать экономику, возможно, Китай снова будет себя чувствовать. Хуже мы увидим дальнейшее замедление китайской экономики. Ну и соответственно, если мы это увидим, то и Ну это да, потащит... это, соответственно, это будет влиять негативно на э, мировые рынки. Mm -hmm. Что касается Европы, то здесь, на мой взгляд, Греция, конечно, на Грецию уже мало кто, мало кто реагирует. Основной вопрос здесь сейчас, на мой взгляд, к Испании. Uh — -huh. вот. И uh, вопросов там много, плюс еще есть такой, есть такой веселый человек, как Сильвио Берлускони, который заявляет, что... — зачем он тебя разъяснил? — Ну, он же в конце прошлого то, что года... — женился недавно? — Нет, ну зачем? Он же в конце прошлого года заявил, что Италии надо выйти из Еврозоны. Это будет, я думаю, что достаточно серьезным таким потрясением для ну, Мне кажется, он это для красного словца, uh -huh. нет? — Ну для красного словца такие вещи, по-моему, не говорят. Такими вещами не шутят. Да, такими вещами не шутят. Поэтому из проблемных стран, ну, может быть, Португалия, но я не думаю, что Португалия сильно-сильно какие-то проблемы создаст. Я думаю, что в основном все-таки Испания, пока она просила деньги только на рекапитализацию собственных банков, вот, но это не гарантирует, к сожалению, вот э, того, что она сама для себя не попросит помощи, что может вызвать достаточно неприятную ситуацию в Европе. Дополнительным фактором, опять же, таки, я говорил уже неоднократно, что в Испании существует высокий уровень безработицы, самый, самый высокий в, евро, в Европе угу. фактически, да, и, соответственно, плюс еще как бы не, некий, некоторый кризис на рынке жилья. Цены, цены на жилье вроде как продолжает падать. Угу. Вот, так что и Испания, соответственно, по, по, по сравнению с Грецией, это не такой маленький кусочек в экономике еврозоны и реакция инвесторов здесь будет да, нам, ну, намного серьезнее, чем по Греции. А мы видели, как, а мы видели, как все падало на Грецию. Ну, это когда было, уже забыли, как все падало. В 2010 году, по-моему, да, там началось. Можно, все, может быть, вспомним. Что касается США, я не знаю, Гильды, по-моему, учитывая то, что он работал уже со второго числа и смотрел американские рынки, я не знаю, поддержит он меня здесь или нет в этом вопросе. Я думаю, что здесь, может быть, еще придется вспомнить в этом году про муниципальный долг, в США. Вот. Это вопрос тоже. Он пока как-то обходит, его как-то все обходят. Хотя, по-моему, если не ошибаюсь, в этом году, в начале в его начале, были попытки, были попытки дефолта по муниципальным облигациям. Ну, незначительные, конечно. Вот. Незначительные, что называется, первые ласточки были. И здесь ФРС, учитывая то, что ФРС участвует только на рынки фактически казначейских облигаций и не их и не идет в муниципальные. И здесь ну, какие-то тоже достаточно серьезные могут быть а, проблемы, угу. ну, потому что объем там в принципе то, тоже не не такой маленький, как, как хотелось бы. Ну то есть я правильно понимаю, если говорить об Америке и о Европе, то никаких надежд, никаких оснований для какого-то восходящего тренда мы не наблюдаем. Ну, пока, собственно говоря, да, вот сейчас нам вот предстоит... На ожиданиях на эти... Сейчас нам предстоит, собственно говоря, отчет за четвертый квартал по американским компаниям. Начался угу. вчера с отчета компании «Алкова». А каким он будет последний, собственно говоря, по-моему, на насколько я помню, не очень порадовал инвесторов. Mm -hmm. а, вот. Если следующий подтвердит а вот этот такой, скажем так, умеренно негативный взгляд на а динамику компании, да, то может быть и отсюда мы увидим некоторые негатив и позитивы. Я единственный позитив у нас залив деньгами экономика. Да. Но даже в Японии, в которой пришло новое правительство, сейчас будет новый, а, собственно говоря, mm -hmm. этот самый Председатель ЦБ Японии, да, и там ожидается достаточно серьез, тоже серьезное влив, 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 вливание, серьезное стимулирование. Но, как мы видим, японцы за последние 20 лет ничего так и сделать не смогли. Вливали, с не с в... экономикой в... Ты вливали, не вливали, не вливали, да. да, да. Кстати, по поводу вливаний и пресловутой QE3, QE4. А, ну, Гельды, опять ты был уже на, на посту, э, поэроллся на прошлой неделе, да, по -по -по вышли достаточно позитивными. 151 000, по 155 где-то я, я видел. И там был комментарий того, что QE4 может уже закончиться. Ну, нет, ну, на самом деле, 2013 года. Да, но на самом деле, во-первых, здесь были предпосылки по публикации протокола заседания ФРС, где они уже намекали на том, что будут при следующей программе количественного смягчения расти риски инфляционные. Ну и плюс еще достаточно там свежее выступление uh, Ричмонда, uh -huh. главы ФРБ Ричмонда. Это один из ястребов ФРС, который также вновь прокричал о том, что дальнейшие программы стимулирования будут uh, рас... увеличивать инфляционные риски. Uh -huh. Поэтому я думаю, что Последний Куэй, он был последним, и, скорее всего, ну, это, в принципе, подтверждается теми ожиданиями рынка, что ставки будут, скорее всего, ну, как минимум, уже словесные интервенции проводить в конце 2013 -го года, чтобы как-то там удержать рынки от э, инфляционных рисков mm -hmm. и роста инфляции. Mm -hmm. Поэтому, ну... К чему это может привести? Это может привести в первую очередь негативно для российского рынка, потому что цены на сырье, которые достаточно хорошо росли на вливании денежной ликвидности в мировую систему, они поползут вниз. Скорее всего, первым ударом это будет для золота. Поэтому здесь индикатор цен на золото. Ну, конечно же, для нашей сырьевой ориентированной экономики это не очень хорошо. Я думаю, что, может быть, такой сценарий сложится, что... В первой половине года будут решаться проблемы, которые были отложены с 2012 года, а в 2013 году мы будем видеть стабилизацию во всех развитых экономиках мира, и развитые рынки будут гораздо интереснее, чем развивающиеся, а в то время как сырьевые рынки, они будут чувствовать себя хуже. Если вот так вот. У тебя, ну, по этому ну в поводу. принципе, не, Мне тут, вот тут, интересно, все-таки идея с тем, насколько объективно продолжение программы количественных смягчений ну, в штатах прежде всего. Ну, ну, нужно отметить то, что они, несмотря на разные достаточно механизмы этих программ количественных смягчения, они показывают хорошую динамику, ну, в частности вот последняя она должна была как-то выровнять э, цены на недвижимость, они стабилизировались, mm -hmm. США уже не такой негативной прям динамики, которая была несколько лет назад, и они до своего добились. Э, ну если опять же посмотреть на ключевые вопросы, которые смотрят э, ФРС, это рынок недвижимости, это занятость, это инфляция, mm -hmm. ну такие вот основные моменты. Ну, мы видим в занятости более-менее нормальную э, структуру. То есть мы видим, что э, с 8% прошлого, позапрошлого года э, снизилась на полпроцентных пункта э, занятости и составила 7,8%. Это хорошая динамика. Если так говорить о том, что за год на полпроцента будет занятость, э, безработица будет падать, что они добились своего. Угу. Рынок недвижимости стабилизировался. Зачем что-то еще делать? Рынок акций. Ну, я думаю, что вряд ли на текущий момент ФЕД пойдет на поводу крупных корпораций, которые будут требовать от него дополнительное вливание, чтобы как-то угу. вновь сконцентрировать у себя на балансах избиточную денежную ликвидность, угу. которая не пойдет в экономику США. Ну да. Это логично, это логично. Да. Кстати, если говорить о балансе Феда непосредственно, да, то есть, в принципе, он с конца там, да, с осени прошлого года он не сильно расширился. Чтобы... Не, но здесь нужно говорить о том, что несмотря на то, что они делают всякие программы количественного смягчения, они же все-таки перекладывают uh -huh. из краткосрочных в долгосрочные инструменты, поэтому вряд ли у них будет баланс сильно раздуваться. Uh -huh. Вот, кстати, исходя из этого, э как ты на доллар, Богдан, на доллар, как ты смотришь? на доллар, опять же вот в свете того, что сказал, кстати, Гильды по, по угу. поводу ставок, да, до, доллар опять же таки да, будет на, на мой взгляд все-таки будет укрепляться. Я говорю, я на, я на прошлый год смотрел, когда вот в, перед началом года 12-го, то есть в конце в конце 11-го. На мой взгляд, на тот момент самым, что называется, <coughs> наименее рисковым активом, на мой взгляд, был доллар. Угу. Вот. Конечно, в, к сожалению, это или, или к счастью, да, в, в принципе для рынков, наверное, к счастью, да, это с, Сработало только в первой половине года, когда доллар укрепился по отношению фактически к большинству валют uh -huh. <coughs> и чувствовал себя действительно хорошо. А потом у нас пошли как раз а, а, вливания со стороны а, ЕЦБ, потом uh -huh. а, вливания со стороны ФРС. И благодаря этому, собственно говоря, и экономика восстановилась, и спрос на доллар упал, да. Вот. А в этом году я думаю, что опять же таки мы можем увидеть по его итогам, особенно если действительно мы увидим под конец года словесные интервенции, направленные на, сдерж... на сдерживание инфляции, на... в них услышим о возможности подъема ставок, да, то это, конечно, будет э, позитивно, опять же таки, сказываться на долларе. Вот. Я немножко просто вернусь к тому, что сказал гильды. Да, mm -hmm. С одной стороны, действительно безработица падает. Вопрос, за счет чего она падает? Да? Количество рабочих мест растет очень медленно. Очень медленными темпами. Uh, учитывая, вот сейчас они, да, показали там 151-155, но, по-моему, если я не ошибаюсь, это учитывает и сезонные факторы, временные рабочие места в том числе. Вот. А у нас сезонный декабрь, это, собственно говоря, сезон распродаж, и, соответственно, магазины набирают, набирают дополнительную рабочую силу. Вот. Поэтому это, в частности, и вот это, вот это сказалось. Да. А на самом деле количество рабочих мест растет очень медленно в американской экономике, даже если мы там сравнивать, особенно если сравнивать там, с 2008 годом, когда там были проблему, по если я не ошибаюсь, там по 600 по 600 тысяч за месяц сокращение рабочих мест вот. то сейчас сейчас это все вы, выглядит очень очень медленно uh -huh. а безработица правда падает за счет того что люди уходят из расчета рабочей силы перестают собственно говоря ею. Ну, при, и, иначе считают просто да, да вот поэтому полная, сколько сейчас полная безработица в, в США я думаю могут сказать там от силы два-три эксперта которые два-три человека два-три человека да которые которые действительно серьезно в этом разбираются вот поэтому 7, вот эта вот цифра 78 на мой взгляд она все-таки не не соответствует действительности а что будет с этим делать ФРС, я не знаю uh -huh. вот но действительно на мой взгляд по вот это вот куе 4 uh, вряд ли мы увидим что я думаю что она еще пока будет продлена да но я думаю вряд ли мы увидим новую какую-то еще какую-то дополнительную uh -huh. программу Еди, един, единственное, откуда еще можно ждать, на мой взгляд, все-таки э, смягчение кредитно-денежной политики, это, во-первых, ну, Банк Японии, но ну, он, он, они уже озвучивают, что будут это делать, да, и, соответственно, ЕЦБ. То есть в, в Европе необходим, вполне возможно, продолжиться залив, попытки залива деньгами пожара, вот, б, будут бензином тушить пожар. Это, как известно, очень эффективный способ для того, чтобы да, тушить пожар. Использовать подручные горячие средства. Сейчас слушаем новости на финам ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш эфир. И сразу я начну с того, что открылись американские площадки, открылись они ростом небольшим, но тем не менее в зеленой зоне SP прибавляет чуть больше 1,1%, 2,1% до Джонс. В общем, пока все выглядит достаточно оптимистично. И фьючерс также продолжает расти на SP подтверждаю эту самую динамику. Так, значит давайте, э, собственно, вернемся. <coughs> о неких глобальных историях мы с вами поговорили, да? Насколько я понял, в призме инвесторов, да, во внимании инвесторов в начале года как минимум будет продолжающееся вот это вот, да? а, э, рассуждение вокруг фискального обрыва, тем более потолок госголода через полтора месяца, да, э, гильды уже эту проблему тоже надо будет решать. Значит, э, Богдан рассказал, да, что проблемы фи -э, финансы, проблемы в еврозоне тоже. Кстати, завтра заседает же ЕЦБ вместе с Банком Англии, да, вот там насколько вероятно изменение процентной ставки, как вы думаете? В mm. ЕЦБ я имею в виду. В, на этом заседании ли, не, да? не, не думаю. Ну, тем не они, не менее, по, они, по, они, собственно говоря, по, скажем так, результаты последних действий, да, они пока еще их не видно. То есть ЕЦБ нужно еще какое-то время отследить, как действуют те механизмы, которые уже введены, прежде чем делать следующие шаги. Это, в принципе, на мой взгляд, логично. Я на самом деле вот от ФРС не ждал там четвертой программы количественного смягчения по одной простой причине. На мой взгляд, было рано говорить о последствиях третьей. Uh -huh. ну а вот, тем не менее, и... они говорят о том, что, mm -hmm. да, по исключению, вот результат они, уже. Они, ну вот. То есть они поторопились, ты считаешь? Ну, на, на мой взгляд, да. И в частности, вот недаром есть заявление по поводу, <coughs> я заявление ястребов по поводу инфляции, потому что последствия на экономику, да, они пока, не, на мой взгляд, не полностью видны. Uh -huh. Так, есть вопрос у нас, давайте я его тогда озвучу. Андрей наш. Постоянный слушатель, Олег, перефразирую, что притягивает внимание инвесторов-спекулянтов в начале года? Я как маленького спекулянта отточить стратегию в плюс 1,1% к депозиту в день на сроке 1-3 дня. — Молодец, это хорошая статья. — Это, это да. была картинка где-то, а, ну где, ну, у нас, наверное, мы на стене в, в Фейсбуке вешали, угу. и, и помни, скальпер, бери много, беги быстро. — Беги быстро, да. да, это точно, и не, не расплескай по дороге. Итак, возвращаемся, я открываю еще раз картинку дневного графика индекса РТС, возвращаемся на отечественную площадку, скучно, тем не менее, смотреть на график, ну и скучно, я так понимаю, пока еще на рынке, давайте... Поговорим о том, что будет притягивать инвесторов к российскому рынку, если это возможно. В принципе, вот, потому что, еще раз повторю, наверное, да, радость, которая два дня бушует на отечественном рынке, она все-таки заемная, заемная радость. Собственной радости нет, к сожалению. Появится ли она? Я, с вашего позволения, напомню, да, что есть э -э повод для активизации долгового рынка Российской Федерации. Вот, 2013 год, мы говорили о том, что механизм Евроклира заработает, вот он, в принципе, уже, да, можно об этом говорить. Соответственно, есть возможность рассуждать о том, что иностранный инвестор деньги понесет сюда, как минимум, на долговой рынок, и это может оттянуть из долгового и на рисковый, и на рынок акций. Как ты считаешь, Гебе? Ну, я думаю, что здесь есть как положительный, так и Отрицательные моменты. Мы видели, что а, доходности российских облигаций за минувший год они достаточно сильно снизились. И <coughs> а, западный инвестор он будет нести деньги до тех пор, пока а, приемлемое соотношение доходности и риска будет его удовлетворять. Uh -huh. а, но этот денежный поток на нас положительно будет действовать только за счет того, и будет отражаться на том, что у нас рубль будет просто либо укрепляться, либо держаться на текущих уровнях. Как только этот поток прекратится и доходности каких-нибудь западных инструментов будут более интересны, чем доходности наших гарантированных, угу. мы видим, будем видеть, что поток инвестиций в эти инструменты он сократится и мы будем видеть э, достаточно сильное ослабление рубля. Угу. Это, скорее всего, будет там, после апреля-мая. Угу. Ну, то есть, э, вот этот Инвестиционный поток, да, он никаким образом рынок акций не заденет, ты считаешь? Ну, пока, пока отрицать, будут отрицательные доходности или близкие к нулю угу. по э, европейским долговым инструментам, это как индикатор того, что люди готовы в минус платить э, за сохранность своих денег, чтобы никуда их не инвестировать, угу. в рисковые рас активы их не потерять, угу. мы будем видеть, что аппетит к риску у инвесторов он достаточно ограничен. О рубле заговорили, действительно, э -э ну, под вот, финал прошлого года рубль здорово укрепился, мы об этом с вами говорили, и, в принципе, вот... И вчера достаточно серьезный такой рывок был и по отношению к доллару, и по да, отношению да, к евро. Да. Ну, вот я смотрю на доллар-рубль, и минимумы в районе 30-20, сегодня он немножко корректируется, там опять 30-50 снизу подбирается. Вот насколько этот тенденция сохранится, ты думаешь, продолжит он укрепляться, ниже 30 будет он? Ну, Во-первых, рубль чуть ли не одной из самых дорогих валют оказался в прошлом году. Достаточно То есть прибавил сер... больше всего? Да, достаточно серьезно укрепился. Я не вижу поводов для его дальнейшего укрепления. Единственное, вот, да, действительно, как бы некоторый поток денег западных инвесторов на Облигационный рынок России может, может привнести, скажем так, спрос на рубль. Но других поводов. Во-первых, я не вижу поводов для роста цен на нефть, соответственно, притока выручки для нефтяных компаний, да, что в частности тоже поддерживала рубль. Угу. При этом вполне возможно, что мы будем и дальше интересоваться. То есть у нас торговый баланс будет в сторону... В сторону увеличение потребления, да, то есть uh -huh. ввоза товара, да, и вывоза валюты может э, направиться, и, соответственно, в, в этой связи это будут потери рубля, да, а а вот, потому что рубль укрепился, да, и, соответственно, для западных ä, производителей мы становимся интересны, потому uh -huh. что э, их валюты, собственно говоря, слабые и нашим производителям достаточно тяжело конкурировать. Но это, опять же таки, да, достаточно плохо для российской экономики uh -huh. э э э такой. То есть такой стабильный рубль. Вот. Конечно, некоторое ослабление рубля, может быть, экономике бы не помешало. Но мы единственные, мы опять же, да в прошлом году мы ЦБ России единственный центробанк, который повысил ставки, uh -huh. вот, боясь инфляции. Вот. Ну, вот, ну, собственно, сработала эта история, да? Вот ЦБ повышал ставку, инфляция осталась, mm -hmm. да, в пределах, озвученных в пределах, ну, да. озвученных предел, значит, сработала. Это хорошо. А ожидания какие на этот год, Гильды, по поводу инфляции и, соответственно, ставки Российского Центрального Банка? Ну, я думаю, что, на мой взгляд, это все будет, конечно, привязано к внешней конъюнктуре, uh -huh. в частности, цен на нефть, которые меняются чуть ли не каждый день. Ну, не шибко меняются, тем не менее. Ну, все может произойти. Это, да. Сразу вспоминается конец 2008 года, но... Говорите о том, что будет с а, инфляцией, ну, я думаю, что, э, скорее всего, она в первой половине года она снизится. У нас достаточно низкая база будет. Uh -huh. Из-за того, что э, введение новых э, повышение тарифов по стране в прошлом году было несколько отсрочено. И я думаю, что она ускорится несколько э, во второй половине года. Э, Скорее всего, это будет с июня, с июля. Uh -huh. а, ну и в зависимости от того, какие будут темпы инфляции, мы увидим соответствующую реакцию Центробанка. Ну, в принципе, ты не исключаешь, да, что ставку могут повысить он еще раз. Ну, если мы увидим резкий скачок, то, uh -huh. скорее всего, да. Uh -huh. я понял. Хорошо, ну и теперь давайте вернемся непосредственно на рынок акций, хотя я понимаю, наверное, много интересных идей перечислить не сможете сейчас. Да Но, их... тем не менее, в начале года, на что бы посмотрели, Богдан? Ну, вот что-то рекомендовать на текущий момент достаточно сложно по нескольким причинам. Во-первых, ну, портфель, который мы переносили, да, был, был частично в бумагах. Mm -hmm. вот, хотя на самом деле я вот как, как трейдер лично, да, я не переносил вообще ни одной позиции, потому что считаю, что. Такие... То есть ты все прикрывал? Я все, я все закрывал. Mm -hmm. Вот у меня была идея взять опционов вне денег, да, в расчете на то, что мы увидим более серьезный гэп, либо туда, либо туда, но я потом решил это, этого не делать. А вот, я закрыл все позиции, и, соответственно, на текущий момент, после того, как мы гэпом открылись, да, мы после этого фактически не движемся, uh -huh. да, и рекомендовать открывать какие-то позиции. Но, с другой стороны, я абсолютно об этом не жалею, да, то, что закрыл позиции по одной простой причине, потому что риски вот этих вот восьми дней... Слишком долго не контролировать риски по собственному портфелю, на мой взгляд, трейдеру нельзя. Вот. — Учитывая то, что такой возможности не было, были каникулы, это хорошо, что были каникулы, uh -huh. и чтобы не нервничать на каникулах по поводу собственных позиций, не переживать по этому поводу, я просто, в принципе, все закрыл, о чем ни, копейки, менее, я -то, о чем ни копейки не жалею. — В соцсети э -э -э читал радостные, ну, от торгового люда радостные возгласы по поводу того, что «Ой, я Сбербанк в лонгах оставил, на Новый год ушел, и вон что». Ну, я нет, не, сомнительно нельзя оценивать. Повезло просто повезло, не, да? нет, ну, дел, нет, дело не в повезло нельзя Когда открываешь позицию, держишь позицию Нужно оценивать не только возможный профит Но еще более строго Нужно оценить возможный риск да. И вот не, не проголосуя а Не 31 числа в, в 23 да. там, Открылись 30 бы в другую по, сторону по, да? по американскому времени да, Мы бы открылись, могли открыться в совершенно другую сторону И тогда потом еще Ты еще долго будешь Отыгрывать эти потери вот. Поэтому зачем, зачем подобные риски нести по портфелю? Я, я в этом смысла не вижу. Uh -huh. То есть прибыль это конечно хорошо, но прибыль хороша, когда она как бы с разумным риском. Осознанный, осознанный. Да. У нас есть вопрос, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, да. Добрый. Смотрите, вот ну, у меня как раз опять по рублю вопрос. Uh -huh. да. Если вот говорить, что интерес к ОФЗ будет продолжаться до апреля, да, примерно то почему он не будет укрепляться рубль-то, собственно, или в чем еще может быть баланс, что Ну, нефть, допустим, будет где-то здесь во флайте болтаться в коридоре. Uh -huh. То есть, вот и как, или как, или где можно смотреть? И есть ли корреля... сейчас корреляция, да, смотреть внутри дня, торговля там. Корреляция да. кого с кем? Рубля. Рубль... Рубля, да, с uh -huh. Офз. Uh -huh. Какие ОФЗ смотреть вообще, вот пресловутые? Вот, то есть, которые влияет сейчас на курс uh -huh. нашего рубля. Ну, в терминале КВИКЕ там есть облигации. Какой срок смотреть или как вот, uh -huh. если в этом плане. Можете сказать? Ясно. Спасибо, Владимир. Ну, здесь я бы что мог сказать. Здесь какой-то корреляции нет, именно соотношение там, доходности и курса рубля. Uh -huh. Просто вот здесь есть стабильный спрос на рубль, для входа в нашу УФЗ. то есть и это объясняется там некоторой стабильностью и укреплением рубля. Mm -hmm. Можно вспомнить те времена, когда нефть была те же самые 100-110 долларов, а рубль торговался к доллару на уровне 33. И... Это было в прошлом году. Не да, далее как. да, и, соответственно, У -у -у. здесь ничто не мешает после ослабления этого спроса скорректироваться до этих уровней рубля. Ну, то есть, грубо говоря, да, если инвестор пойдет с э, долгового рынка, да, соответственно, мы увидим ослабление рубля на нефть, э, данная ситуация может вполне держаться да, на нынешних да. уровнях, ничего и, собственно, здесь не мешает. Ну, Владимир, я так понимаю, все-таки э, спрашивал... А неких более-менее жестких да, коалиционных связей между доходностью, каких-то да, коротких или длинных облигаций и курсом рубля, ну сложно, наверное, да, нарисовать вот mm. какую, На мой взгляд, такую ну, я, я, я как человек, который торгует тот же самый рубль-доллар, uh -huh. а, при там, принятии решения, так, скажем так, краем глаза, Подсматриваю там за ситуацию там, в евро-долларе, да, и за ситуацию на рынке нефти. Ага. Больше ничего не смотрю, но и как бы опять же да, стараюсь принимать решения не по тому, что я вижу, да, а, скажем так, системно. Системно это как? Ну, чет 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 четко система принятия тор решения. Торговая система. Да, торговая. Ну, это, это правильно. Значит, мы сейчас снова слушаем новости на Финам ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, продолжаем эфир. Продолжаем эфир, и пытаемся найти. Какие-то краткосрочные, спекулятивные. У нас, если спекулянты в основном. Да, и в студии, и в эфире. Вот Андрей, кстати Андрей, кстати, э -э понравилась ему очень вот эта твоя история. Бери много и быстро. Да, и, беги, и беги быстро. Вот он пишет: что на праздник выбрал 10 имитетов, составил необходимые ориентиры для входа, и смотрит, как у него все это дело получится. Ну, кстати, да, вот такой системный подход он, как правило. Ну, Об этом ты говоришь, да? Нет, говорить? я говорю о как бы четкой системе принятия решений. То есть, когда формализован, это точно формализовано вход угу. и выход из позиции. Ну это имеется в виду уже То, то есть, больше... без, без принятия, а давайте я посмотрю вот эту вот бумажку, больше и что с ней тех... будет. Да. Это, да, это технический, технический анализ. Да? Галина пишет. Какой потенциал роста акций ВТБ в ближайшее время и далее? Вот такой вопрос у Галины. Как вы считаете? Ну, я бы все-таки, конечно, брал бы. Если рассматривал банковский сектор, uh -huh. то мне всегда нравился Сбербанк. Uh -huh. И я бы все-таки присмотрелся лучше к Сбербанку, нежели к ОТБ. Uh -huh. Богдан, тебе кто больше нравится? Из, Из этих двух банков мне, конечно, больше нравится тоже Сбербанк, uh -huh. потому что история с IPO народной, вот Она, конечно, не очень красивая. Ну, вот вот это, ты вспомнил, Уж это, все забыли, наверное, про это. Хорошо, и, 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 история с обратным выкупом акций. Uh -huh. это, это она тоже не очень красивая. Это, 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 что называется, это совершенно не корпоративная история. И когда непонятно, как, собственно говоря, компании управляют, да, неясно, с чего может быть принято то или иное uh -huh. следующее решение. да. И, я считаю, что, ну, вот, вот именно с точки зрения, как бы, если человек инвестор, да, что с точки зрения инвестора эта компания неинтересна. Uh -huh. с точки зрения спекулянтов может быть да но здесь тогда что мы советовать? Сейчас, мы сейчас про ВТБ говорим да да uh -huh. то что что советует человек берет берет строит свою систему какую-то и по и по ней торгует неважно какой эмитент uh -huh. да. контролирует открывает позицию контролирует собственные риски и здесь уже неважно как называется тикер называется он ВТБ Сбербанк Газпром или Новотек но как, как инвестор, ну, вот с точки зрения, вот будь я инвестором, да, я бы в ВТБ, как инвестор, не пошел бы после такого. Понятно. Mm. Хорошо, с точки зрения инвестора, Гильды, с точки зрения инвестора интересные идеи в металлургическом секторе, да, ты озвучивал. Да, как я как ранее озвучивал, ну, если посмотреть, опять же, вот цены на металлы, сегодняшнюю отчетность той же самой «Алкоя», которая отч... открыла период финансовой отчетности западных компаний. Мы видим, что спрос на металл в Китае вос э не несколько восстанавливается. Компании оптимистично смотрят на ближайший квартал. Угу. И я бы, конечно, присмотрелся либо к нашим э производителям алюминия это Русал, э частично рельский никель. Э и также я присмотрелся бы к каким-нибудь черной металлургии. Э ну, к примеру, тот же самый Мечел uh -huh. а, из наших эмитентов. И, соответственно, это металлургия. Ну, <связывая> как всегда, мне нравится а, Роснефть. <связывая> <связывая> То есть я вижу достаточно большой апсайт по данной бумаге и, на мой взгляд, а, когда будут полностью подписаны все соглашения. Uh -huh а это как раз первый квартал текущего года, мне кажется, это приведет к переоценке компании со стороны крупнейших как западных домов, так и наших отечественных, что вызовет некоторый рост. Ну, это очевидно. Да. Ну, вот смотри, он сейчас, Роснефть 269, да, 270, грубо говоря, стоит. Вот с текущих уровней есть смысл его подбирать? Ну, на средний срок. Ну, по, да. по нашей оценке, вот я строил модель uh -huh. Uh, у меня получилось таргет прайс где-то около 12 долларов. но ну, будем считать, что это 360 рублей. Ну, считайте, апсайт практически 30%. Да, это прилично. Это прилично. А, еще один вопрос традиционный. Не могу, не могу от него, от этой идеи, да, от, этой, от этого желания отказаться о золоте. Мы сегодня, кстати, говорили вот о инфляционных рисках, связанных с продлением, либо наоборот ограничением Действия программы коллективного обеспечения, ну, Федрезервов прежде всего. Вот, как вы видите золото в среднесрочной перспективе гильды, учитывая, что сейчас оно торгуется в районе 1660 долларов за унцию. Ну и, в принципе, наверное, можно говорить о неком диапазоне да, там, с середины прошлого года. Uh -huh. Ну, если посмотреть там среднесрочный то мы можем рассчитывать на некоторый рост, ближайший там, квартал, максимум два. Но будет он связан с тем, что в прошлом году мы видели большую динамику растущую на цены на золото. И это привело к тому, что многие золотобывающие компании значительно расширили свои инвестиционные программы, начали разрабатывать не совсем при текущих ценах на золото, разрабатывать новые месторождения, угу. закупили достаточно дорогое. рентабельные ты имел в виду, да? Да, рентабельные. Угу. Уже сейчас на текущий момент эти месторождения не рентабельны, угу. они сейчас их будут закрывать. Соответственно, это будет приводить к тому, что мы будем видеть некоторые снижения предложения на рынке золота страны, основных добытчиков. И здесь, конечно, будет там некоторый краткосрочный спекулятивный рост. Но в целом я бы не стал на текущий момент заходить как в золотодобывающие компании, так и в самого золото. Ну, то есть не стал бы именно потому, что рост ты видишь спекулятивный, да, а идея вот такого долгосрочного роста, она сейчас не актуальна. Да. Ты золотом торгуешь? Серебром. золотом? не торгую. На золото так краешком глаз смотрю иногда. Но не очень активно. при этом. В принципе, соглашусь с гильдой, я не думаю, что история роста золота достаточно долгосрочная, при этом она не долгосрочная, на мой взгляд, по той самой проблеме, из-за того, что да, вопросы не решены, и да, с одной стороны, вроде как золото используется как защитный актив, игроками, но с другой стороны, при ухудшении ситуации мы будем видеть укрепление доллара по отношению к и мировым валютам, и, соответственно, золо золото будет терять в цене по отношению к доллару, mm -hmm. да, и, соответственно, получается, что нам вполне возможно, что в конце года мы увидим цены, ну либо такие же, либо, может быть, даже чуть пониже. Хотя некоторые сейчас вот, пока мы как раз отдыхали, кто-то, я не помню, кто-то из инвестдомов таких mm -hmm. крупных, вроде как говорил, что это будет вот это, этот год будет будет годом золото. Угу. Ну, вот. Он, видимо, повторяет себя, он каждый год это говорит. Это, я, кстати, читал какого-то аналитика, в прошлом году еще, в ноябре, он какую-то аналитику, это, не персоналия, тоже какая-то компания, а, значит, там была такая мысль озвучена, вот как вы к ней отнесетесь, что золото перестало стать, быть защитным активом, да, и исключает из себя уже функции защиты от инфляции, а превращается в обычный рисковый актив. И движется, в принципе, если посмотреть там вместе с евро-долларом, с тем же самым. Как ты думаешь? Правильно, нет? Сложно сказать. Понимаете, что называется, не помню, не помню кто сказал, да, кризис mm -hmm. это как раз то время, когда, когда никто ничего не знает. Mm -hmm. да? когда, когда то есть надо -то подождать пару лет, и мы mm -hmm. все, все объясним, все, что сейчас происходит. Ну, да нет, все... просто на самом деле действительно сейчас большинство рынков, да, они являются рынками фактически спекулятивными. Mm -hmm. То есть долгосрочных идей нигде нет. Каких-то инвестиционных долгосрочных идей, на мой взгляд, да, ну я пока вот из таких вот развитых развивающихся рынков я не вижу. Кстати, Гильда, я сегодня тоже это в Ленте новостей видел, что уважающий один из уважающих банков ставит на рост австралийца против доллара. Согласишься с этим? Ну, мне кажется, это связано с тем, что — В Австралии часть экономики как раз направлена на экспорт металлургической продукции uh -huh. в страны Азии. Да, возможно. — То есть Понятно. это реально, да? Учитывая, что вот в начале этого года просто никакой динамики в Австралии нет абсолютно. Но я думаю, что это логично, потому что динамики нет нигде. Ну и вернемся, Богдан, если не возражаешь, вернемся к валютному рынку. Вернемся, потому что... Ты о нем вспоминал, да, принимаешь решение в паре доллар-рубль, посматривая на евро-доллар. Вот что ты увидишь сейчас в евро-долларе, учитывая, что да, его текущая котировка 1.3050, и он корректируется, в принципе, ну, снижается, будем так говорить, весь, весь год, тринадцатый уже, недели. Ну, стоит отметить один очень немаловажный фактор. Мы фактически увидели... Когда доллар очень серьезно укрепился по отношению к евро, мы видели слаженные действия центробанков, направленные против этого. Хотя Европе в стабильный и дорогой евро совершенно не нужен, особенно при тех проблемах, которые существуют, им бы наоборот подешевле, чтобы сделать, собственно говоря, собственных производителей более более конкурентоспособными на мировых рынках. Внутри-то ладно, они внутри между собой сами разберутся. Да, вот. Но а, получается такая ситуация, что евро ходит достаточно в таком, ну, не, не, скажем так, достаточно широком коридоре. Uh -huh. вот. Я думаю, что из этого коридора он вряд ли куда-то выйдет, потому что, ну, по крайней мере, я а не... границы коридора можешь обозначить? Я вот сейчас вряд ли, вряд ли вспомню. Вот, просто, просто по памяти. Я, говорю, ну, я, понял, я, да. я вышел в этом году, я еще долго я еще не совершил ни одной сделки, потому что жду, пока я краткосрочник, поэтому жду, пока устаканится mm -hmm. котировки всех активов более-менее. Вот, поэтому вот евро-доллар я не успел в этом году уже. Ну, то есть, ты видишь, что евро-доллар в диапазоне, и этот ну, диапазон. Да, я думаю, что к концу, к концу года при ухудшении ситуации, плюс при, э, при ухудшении ситуации в Европе, и плюс uh -huh. к начале разговоров о, о повышении ставки в США, вот, вполне возможно, мы увидим, увидим где-нибудь в районе 1.25 uh -huh. вот, где-нибудь где там, а может быть, 1.20. Это до конца года, да? Ну да, да это вот к концу года. А к концу до года. К концу года, да. Uh -huh. Ну, а... это, как, это как вариант развития событий, ну, никоим да. образом, что называется, Нет, не ну, понятно, решение. Да, да, да. Вот, это просто вот ориентация на те факторы, которые я вижу по ситуации, <coughs> по ситуации в Европе, угу. вот, и по как бы, разговорам о, об экономике США и о возможности окончания, либо, угу. либо окончания программ количественного смягчения, либо, собственно говоря, действительно под, какого-то подъема ставок и начала попыток борьбы с инфляцией, mm -hmm. то, о которой как раз предупреждает По евро-доллару скажешь что-нибудь, нет? нет? Ну, если говорить вот, у меня-то картинка мне проще, я уж прошу прощения, Богдан, да, mm. если говорить действительно о диапазоне, который я озвучил, ну в этом есть логика, максимумы, да, декабрьские, это 1,33, там чуть-чуть выше, и, соответственно, вот нижняя граница, сейчас я смотрю на нее в районе 1,26. А, чуть выше, соответственно. Если об этом идет речь в диапазоне, то это вполне важно. Ну, я бы, я бы посмотрел минимум а, июня-июля прошлого года. Минимумы июня-июля. Mm -hmm. это, это серьезно, это 1.21, я тебе ну хочу... вот. вот я, собственно говоря, не. хороший диапазон, знаешь, э, сколько там, да? Э, ну, как, э... как оттуда выстрелило. Да, да, да. 10 фигур с лишним. 10 с лишним фигур. Хороший диапазон, мне нравится. Так, ну да ладно. Значит, у нас осталось э, очень мало времени, к сожалению, ну, собственно, лиха до начала. Э, Новый год начался, и все, что нас будет интересовать, мы будем с вами озвучивать ежедневно, в, собственно, в сухом остатке. Я буду закругляться, представлю еще сегодняшних гостей. Спасибо, что они пришли в первый, ну, наш, по крайней мере, рабочий день. Это гильдия Союнов, аналитик про бизнес-банка и Богдан Зварич, начальник экономического отдела NetTrader. Уважаемые слушатели. Я традиционно вам напоминаю, что на финам ФМ сухой остаток ежедневно 18.05. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, и как это обычно бывает, мы с вами ведем речь о том, что происходит на финансовых площадках. Мы даем, мои уважаемые гости дают некие э -э прогнозы. Ну и, как правило, они все сбываются. Поэтому всего вам хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке.